Сегодня без бейсболки. Держи вот тут, вот так. Вот так. Я что там на связи? Как ты вообще? Ты судишь кого-то или на самосуд ведешь уже? У тебя вообще как там сердце? Что творится? Ты человек или какая-то там птица? Не страшно, бро, как ты свою жизнь берешь и прожигаешь. Реально, я тебе скажу, ты в унитаз ее смываешь. Ты хочешь быть убитым под пивом, алкоголем, но знай, на это, в общем-то, нет Божьей воли. Я доволен тем, что Бог меня освободил. Я доволен тем, что здесь фристайлом тебе застелил. Насколько важно, важно лишь только то, чтобы Бога ты принял в сердце свое и заодно. Так, на досуге я делаю рэп, не просто буги-буги. И заодно, так, на досуге я делаю рэп, чтоб ты меня не узнавал, чтобы Бога ты больше и дальше глубже ты познал. На вау, и разница большая тебе. Я говорю, здесь мясорубка крутая, качели на позитиве, нормальная тема. И это все выхлоп, андерграунд, я отправляю грех реально в нокаут и говорить и буду много сотни раз. Хотя ты скажешь, что это типа фальшивый рассказ. Вы ожидаете встречи рэперу в кепке, в очках, в широких штанах. А я сегодня почти бритоголовый, но в сердце есть господин страх. И все нормально, простые джинсы на манжетах, но все я так же делаю рэп в своих куплетах и буду Бога славить, про Господа Бога Иисуса Христа. Хочу тебе сказать, однажды парень, а может ты, девочка, там где-то сидишь и телом своим торгуешь. Ты понимаешь, о чем здесь дядя почти 40 лет стоит, рифмует. Ты ведь в эту тему так для разговора на развороте. Выхвати молитву покаяния в сердце на обороте. Мне не важно, что ты будешь думать обо мне. Покайся перед Богом и живи для Него всегда и везде.